Знову всім доброго ранку. Повертаємося у ранкову студію. Хочемо вам нагадати, що сьогодні у нас четвер, і сьогодні ось я вже сиджу з нашою ранковою гостею і без Пінчука. Ви думаєте, що ж це таке сталося? Куди ж дівчата його витиснули? Тому що зараз буде суто жіноча тема. Ми поговоримо про макіяж, про макіяж. А макіяж знаєте який? А макіяж до дня закоханих. Щоб все ж таки зробити так, якщо ти одинока, в тебе закохалася, якщо ти вже в парі, то щоб ще більше любили. Доброго ранку. Добре утро. У нас хочу нагадати, хто сьогодні Анастасія Медведєва, візажист, стиліст, і сьогодні вона буде допомагати нам у тому, щоб створити образ. Смотрите, 14 февраля – это всегда для девочек такой волнительный праздник, потому что что мы хотим правильно? Поразить молодых людей. Это прям вот must-have, в который девочки хотят быть эффектными, яркими и все прочее. Я всегда из тех брендтендеров, который ведет к тому, что девочки не переусердствуйте, и все-таки обратите внимание на что-то конкретное. А так хочется все одразу? А нельзя, нельзя, не надо. Лучше в меру, но красиво. И к чему я веду? Сейчас у нас очень хорошая штучка, как подиум, подсказала очень много вариантов, которые можно использовать и которые действительно будут максимально трендовыми, но самое главное, они будут действенными. То есть очень много примеров того, что девочки могут сделать легко, быстро, но при этом всем даже продукты выпустились те, которые вы можете прийти там в тот же Брокарт, купить и типа вот я видела на подиуме, вот тюбик, вот я использовала, вот как все красиво и идеально. Але ж, дивитись, ну, якщо дивитися на подіум, якісь там, не знаю, відеоогляди, це зазвичай дуже багато. Це нам тональна основа, корекція, там дуже багато різних кісточок, тіней. Mm-hmm. І ти просто розумієш, що тебе, по суті, або воно є, і ти не вмієш ним користуватися, або його немає. І ось тут такий момент, як зробити з мінімальним використанням речей, що це може бути? На самом деле, самый основной принцип – это то, что вы должны четко понимать, что вы любите и на что вы делаете акцент. То есть у нас, в принципе, в данный период времени акцентов очень много. И я об этом говорила уже, что у нас есть кожа, которую не обязательно тонировать килограммом. Ее можно сделать просто более свежей, более сияющей, и румяшек. У нас сейчас вообще, в принципе, натуральность в моде. Сделайте ее просто более обработанной, она уже будет очень дорого выглядеть. Второй момент – помады. Девочки, ну у всех есть помады. Их можно использовать как румяна, их можно использовать универсально как тени и подводки. То есть я вам больше скажу, очень многие визажисты профессиональные, они используют матовую помаду в подложку любого макияжа. И от цвета этой подложки будет зависеть тональность, то есть как это будет выглядеть на глазах. Поэтому не обязательно, что в косметичке, как я на выезд с чемоданчиком, ну как бы это вам точно в домашних условиях не нужно. Поэтому просто берете то, что у вас есть, и очень много сейчас лайфхаков и уроков, там, где визажисты рассказывают, как это интегрировать, каким образом это работает и вообще, как лучше всего это использовать. А ось ви кажете про помади, але ж є блиск, ну, тобто для губ. І це, мені здається, більш натурально, чи все ж таки краще використовувати помаду? Блеск – это натуральность. В любом случае, блеск используется именно в тех форматах и вариациях, когда вы как раз на губы не сильно хотите делать акцент. Вообще, то, что я смотрю сейчас в подиуме, блеск весь вернулся, абсолютно. Еще зимой я смотрела по прогнозам, то есть которые типа делают непосредственно там на 22-й год, тот же Шанель. Я когда смотрела, они сейчас к весне, как раз к 14 февраля и всему прочему, на подиуме выпустили девочек с черными smokey eyes, более дымными, более такими размытыми глазами, то есть четкий акцент на глаза, но в чем суть? Вся кожа и все, что сделано, вот как раз про блески и глянец, оно сделано очень аккуратно, то есть там нету лишнего акцента, у вас только вот эти дымные глаза, и оно очень сексуально, женственно, поэтому, девочки, когда вы хотите игривость, кокетливость, вот какие-то дымные, такие более расплывчатые линии глаз, они вам будут играть в плюс, это не обязательно, что вы должны филигранно, ровно рисовать стрелку, не надо, растушуйте карандашик аккуратно вокруг века, и это будет красиво. Це, знаєте, це такий просто бальзам по душі, тому що ви зараз намагаєтеся три години, ти перемальовуєш одну стрілочку, і потім вони несимметричні, виявляється, можна зробити, що так було задумано. Ось. Да. А якщо поговорити ще, поділити дівчат на два таких типи. Та? Є одні, що, в принципі, в парі, і завжди там, ну, коли люди в стосунках, вони якось розслабляються, можливо, роблять більш природний макіяж. А є ті, хто в пошуках кохання. Чи буде тут різнитися макіяж, і на чому можна зробити акцент, або ви як професіонал одразу щитуєте? Це в парі, це не в парі. Вот как раз считывать, это да. Девочки, которые, ну, назовем
на охоте, они очень любят яркость. Естественно, ну как бы, давайте так, привлечение внимания, то есть хочется каким-то образом быть ярче, лучше. И вообще, ну, любая девушка стремится к тому, что конкурентоспособная, которая ищет молодого человека, она вот пытается подчеркнуть все, что у нее есть. И это не есть плохо. И, в принципе, я как бы поощряю девочек, которые любят красиво краситься и там следят за последними тенденциями. Но, опять же, я очень сильно делаю акцент на то, что перегруз — это есть перегруз. То есть нам нужно мужчину привлечь, а не испугать. Ну, как бы хотелось бы все-таки. Вот, поэтому натуральность и отношения... Ну, давайте так, отношения — это же не значит, что надо перестать краситься вообще в принципе. То есть девочки, да, естественно, там в домашних условиях там мы с пучочком, там какой-то натурель, нюдик и еще что-то, но, девчонки, знаете, как вы порадуете молодых людей в плане какого-то яркого и чего-то необычного, даже просто посетив салон красоты и как бы сделав что-то то, попробовать то, это шанс, чего вы до этого не использовали. Очень многие девочки боятся себя попробовать в новом амплуа, и это очень большая ошибка, потому что, когда вы к чему-то привыкаете, вы таким образом социуму диктуете только один единственный визуальный образ. Вам нужно расширять свои границы. Девочка — это любая девушка, она может быть невероятно многогранной. И когда у вас есть такой инструмент, как профессионал рядом, который вас подготовит, то вы себя почувствуете и кокетливой, и моделью, и более строгой, более леди, более выдержанной. То есть грамотный стилист поможет вам в любой области стилистики, в спектре, выбрать ваш, именно ваш образ, который подходит вам, то есть там романтичный или еще что-то, но который вы никогда не использовали. Поэтому не бойтесь экспериментировать и пользоваться услугами из разряда довериться профессионалу. Потому что я очень часто работаю на съемках коммерческих, которые девочки устраивают для себя с фотографами. И я хочу сказать, те девочки, которые в основном говорят, вот давайте на ваше усмотрение, они больше всего в конце довольны кадрами. Потому что они говорят, блин, я никогда себя такой не видела. Это вау! Это что-то новое. Поэтому попробуйте такой формат. 14 февраля удивит такое молодого человека от слова совсем. А если поговорить еще про кольори, то, здається, ну, ми взагалі так уже як Валентинка, 14 лютого. І от саме колір. Асоціація одразу рожевий, червоний. Чи ну, одразу асоціація і якби, якісь поєднання, ти думаєш, це на губах. Чи буде воно доречно, можливо, є якісь відтінки, і так само, чи слід використовувати такі яскраві кольори в макіяжі саме там, де віко у нас? Да, и еще раз да. Почему, кстати, не просто так в розовом сижу, потому что на самом-то деле очень тематическая штучка в плане розовый сейчас был на подиуме. Он активно очень вошел, и, скорее всего, у нас тенденция весна-лето, которая сохранится вот в периодичности. И те, кто не любит рожевый, уже такие... Девочки, к сожалению, нужно полюбить, потому что, естественно, ну, не в формате оттенка фуксия, вот, но хотелось бы в каком-то таком более... пепельный, то есть припыленный, который будет, как у нас там была пыльная роза, его называли еще что-то, но он все равно ближе к чистым цветам интегрировался. Плюс, опять же, мне очень понравилось решение на подиуме, когда выпустили девчонок просто, у них не накрашенные глаза, у них не накрашенные губы, но при этом всем сделали неоновые розовые сердечки, как раз под 14 февраля. Ух ты. И это было очень красиво в том плане, что они обыграли как бы какой-то тренд, они сделали, что понятно, это подиумная версия, но они показали, что, типа, смотрите, вот это можно использовать, вот у нас неон, опять же, цвет, неон, яркость, и вот это все, как бы, в 14 февраля это уместно, то есть это тот период, 8 марта, 14 февраля, вообще весна, она позволяет быть ярче, она позволяет вот эти вот эмоции, вот этот вот шарм дарить и что-то еще, поэтому, в принципе, бояться цвета не нужно, и навеки, то, что вы спросили, это, наверное, самый основной момент, то, что вы можете гармонично ввести. То есть, если вы сделаете очень яркие розовые губы, понятно, они будут кричащими, они будут постоянно привлекать к себе внимание. И иногда не все девочки хотят такое внимание, потому что все-таки акцент на губы — это акцент на сексуальность. Все, что касается глаз, это уже, почему говорят, там, кокетливость, томность. То есть, у нас даже ассоциативный ряд, который мы, ну, простраиваем, когда говорим «глаза», это немножко что-то такое, типа, интересно. Ну, вот, то слово «интересно» идет. Поэтому лучше всего возьмите
наносите немножко с оттенком розовинки, с оттенком фиолета, перламутра, то есть то, что будет просто как-то оттенять, если вы боитесь прям ярких контрастных экспериментов. А ще запитаю для таких, знаєте, хто взагалі любить експериментувати, дуже багато експериментів зараз з бровами відбувається. Різна форма, якась там додаток, можливо, навіть десь пофарбувати їх. Да. Що з цим? Слід експериментувати чи не треба? Оставьте брови в покої. Это самая больная тема визажистов, потому что в погоне за вот этим трендом основным, это так больно, когда ты смотришь, девочки перещипывают, защипывают, перманент сделала, вывела, спалила. У нас сейчас очень много всего-всего, что диктуется, очень много инструментов, то есть если раньше ты просто сделала либо тонкие, либо широкие, то сейчас вариации вообще в принципе подачи бровей, их очень много, их колоссальное количество. И лучше всего подберите то, что вам идет, и остановитесь. Это вот самый лучший совет, потому что, да, понятно, захочется когда-то что-то немножечко там приукрасить, еще что-то, но все-таки это не тот тренд, который там просто мы взяли из воздуха, а широкие брови, значит, всем пойдут. Нет, девочки, опять же, есть пропорции лица, которые нужно учитывать, там тот же ширина лба, потому что если у вас узкий лоб и очень широкая непосредственно дуга бровки, то вы таким образом еще сужаете лоб. То есть у вас сразу это смотрится как дефект, который нужно как-то исправлять. Зачем себе же создавать какие-то проблемы, когда у вас изначально все красиво и гармонично? Не нужно этого делать. Поэтому брови давайте оставим все-таки в покое. Залишаємо їх для професіоналів. Але да. Я бачу, що ви не з пустими руками, і сьогодні ми говорили про губи. Дивіться, така проблемка, от у мене часто буває, я малюю просто губи по контуру, а потім мені розповіли, що там є певна схема, треба трошки верхню, вищу малювати. Угу. Словом, зараз буде, як я розумію, майстер-клас да. для всіх тих, хто хоче собі зробити яскраві губи, зробити акцент. Можливо, якщо ви в парі, можливо, і без пари, зробити так, щоб це було при Ну, то, что я говорила, губы ну, это сексуальность, поэтому будем делать акцент на это сегодня. Я могу дать свои губы в користування, конечно. Чтобы мы сейчас на них спробовали. Я с удовольствием покажу, да, конечно, так. Присаживайтесь. Тоді, дивіться, ми пересадимо сюди, щоб вам було краще видно. Ой, у нас сьогодні, знаєте, у прямому ефірі справжній салон краси. Пінчук, треба буде запросити тобі барбершопера, якщо ти нас зараз дивишся. І нехай тобі тут, може, бороду підстрижу, там якусь зачіску. Ой, знаєте, у вас немає ніякого знайомого. Я хотіла давно його пофарбувати. От щоб волосся колір змінити. Я більше скажу, мужський макіяж теж як би є, поэтому можемо щось показати. А я думала, що в нього борода намальована. Я це точно знала. Вот, смотрите, основной момент, с чего лучше всего начинать, это, естественно, подбор продукта. Если вы неуверенный пользователь, то есть вы не профи, который там одной левой, не проснувшись, нарисуете, то начинайте всегда с неводостойкого обычного продукта, который, вот, например, карандашик. Карандаш – это всегда то, что построит форму, но при этом все можно стереть, подтереть, и ним непосредственно, то есть пользованием карандашиком, можно создать саму картинку. Смотрите, при построении губ, вот сразу с этого и начнем, нам очень важно понимать, что когда мы рисуем карандашиком, как бы не все родились тем, что мы рисуем ровные линии, и как бы мы все живые люди. А нам нужно понимать, что есть фиксирующие точки, так называемые. У девочек это на верхней губке вот эти вот треугольнички, у кого-то они более ярко выраженные, у кого-то они непосредственно более мягкие и плавные. То есть вам самое важное не смотреть, какого формата у вас, а просто понимать, что это граничащая точка, которая у вас становится таким пунктом отправления всего макияжа. Дальше. Когда вы начинаете это все прорабатывать, вам необходимо понимать, что краешек рта и вот это вот все, это будет второй точечкой, которую мы просто будем соединять. То есть вы себе делаете как такой чертежные пометки в плане того, что вот у нас есть первая точка, вот вторая, то есть с чего мы начинаем. Можно я пожартую, пробачьте, воно так просто, ну, крутится на языке. Знаете, были раньше то размальовки по точечках, вот ты з'єднуєш и выходишь малюнок, так само створюем зараз нормальные губы. Ну вот это так и смотрится. И самый важный момент, дальше мы смотрим, то есть у нас есть как бы и конечная точечка, третья, которая у нас непосредственно нижняя губка, которая считается самая глубокая. Мы ее тоже намечаем, что нам дает возможность вот видеть цельную картинку, что мы соединяем и с чем мы работаем. Дальше, девочки, самое элементарное, самое простое, мы делаем отцентровку.
мы от этих точечек, то есть у нас у всех есть ямочка, она ярко выраженная у всех, мы ее дорисовываем до последней точечки, третьей, которую мы ограничили. Что это нам дает? Мы сразу понимаем, что у нас непосредственно губы делятся на две части, и нам не нужно все соединять, а мы еще упрощаем себе задачу, и мы соединяем уже какую-то конкретную часть. Можна ще маю запитання? Да. Бачила такі лайфхаки в ситуації, як дівчата затискають губи і потім промальовують типу цей контур. Те, що побачила, мені не сподобалось. Такое будет работать только в одном единственном случае, если у вас идет идеально асимметричная губка. То есть и верхняя, и нижняя, они, во-первых, одинаковой ширины, во-вторых, они одинаковой пропорции. И когда у вас будет действительно все зеркально, вы будете от, то есть зажав, вы будете одинаково убирать пространство, за счет чего линия будет тоненькая, идеальная. Но, к сожалению, мы все не симметричны, мы все не идеальны, поэтому этот вариант работает, ну, крайне редко, к сожалению. Возвращаемся обратно к губкам. Дальше то, что мы делаем, мы вот эти вот части, которые я вам верхние точечки нарисовала, мы еще на верхней губе делим на три сегмента. Объясняю для чего. Если посмотреть, мы вот здесь, вот День Святого Валентина, да, все дела, вот мы как будто верх сердечка нарисовали. Говорите. Я сказала, пробачте, Аліса в країні див, і у королеви було таке серденько. А можливо такий зробити макіяж на День Закоханих? Легко. Но мне кажется, не совсем подойдет ко всем вещам. Вот, смотрите, это действительно будет вот форма визуального сердечка. Оно вам дает возможность, то есть вы как бы таким образом простроили самое сложное. То есть вот эта верхняя зона, она уже будет идеально симметричная и ровная. После чего вы просто берете от нее и соединяете вторую точку, которую мы ставили в уголочке рта, до самой непосредственно формы сердечка так называемого. И за счет чего сейчас мы симметрично проведем верхнюю губу? Смотрите, я очень часто рисую такими как стежками, как будто я не веду одной линии, а как будто такая немножко дрожащая рука. Для того, чтобы, когда вы делаете одну четкую линию, она у вас автоматически может, то есть вы могли сбиться, подбиться, какой-то момент просто неуверенности, переживания. Когда идет короткий стежок, он сразу делает идеально ровную картинку. Да. Маю запитання. У нас тут інтерв'ю. Ну, мені якось пощастило, що у мене губи трошки пухкенькі. А є дівчатки, у яких вони тоненькі. Це так само має промальовуватися, така сама схема? Схема універсальна. Ага. Смотрите, когда у вас не совсем пухленькая губка, вы будете компенсировать форму, то есть делать ее визуально более пухлой, когда вы будете обрабатывать вот эту зону сердечка так называемого. В чем суть? Девочки, которые лишены объема, они чаще всего в этой зоне очень остроконечны, то есть у них линия идет ровно. Когда вы дорисовали визуальное сердечко, вы уже округлили эту линию, то есть вы будете вылазить инстинктивно и даже не понимать сами, зачем и почему вы вылазите. За счет чего у вас будет происходить картинка, что губа скруглилась, движение должно быть больше, как сверху вниз, потому что, кстати, лайфхак, девочки, когда вы рисуете из нижнего уголочка наверх, чаще всего вы линию повторяете ровную. Когда мы ее рисуем с верхней точки вниз, мы инстинктивно округляем, поэтому используйте всегда больше принципы правила движения сверху вниз. Это поможет вам всегда сохранить форму более пышной. И самый важный момент, вы никогда не зарежете края. То есть, когда бывает момент, что девочка еще уже нарисовала, чем у нее это есть на самом деле. Вот, пока мы разговаривали, я подвела нижнюю линию, все элементарно, соединили опять же краевые точечки с центральной. Здесь как бы в принципе ничего сложного нет. И нет, от сложного этапа, который был самым сложным, мы уже переходим непосредственно к помаде. То есть, по сути, нам потребен оливчик и помада, да? Да, да. Ну, как бы я еще покажу более чистый момент, то, что лучше еще контур зачищать, но это уже после помады, сейчас мы к этому подойдем. И вот к чему я веду, когда мы берем помаду, все-таки, девочки, купите себе одну плоскую кисточку. Самое интересное, даже в художественном магазине. Вот так вот. Оп.
Да, такая кисточка вам позволит рисовать площадь, то есть когда вы возьмете вот такой круглой большой помадой, что будет происходить? То есть я вот таким образом проведу, и все линии, то есть вот у меня есть четкий контур, да, она имеет площадь, эта помада. Она там, где идет сужение, естественно, она не вытянется вам как карандашик и не сделает люфт на эту линию. То есть где-то вы можете дернуться, и будет большая проблема. Поэтому просто набираете немножечко на кончик помаду и... кисточкой, опять же, теми же похлопывающими движениями. Никогда не бойтесь того, что нужно все за один раз четко, вот одним движением. Нет, это все очень ошибочное мнение, потому что чем меньше движений, тем больше шанса на ошибку. Чем их более хаотично, то есть вот где-то я подбиваю, я даю себе право на ошибку. И они требуют от себя сразу четкости. Приоткройте чуть-чуть шире. Вот, за счет чего я заползаю в края. Звучит. Да, и теперь, заметьте, я карандашик брала немножко темнее, а помада у меня идет более светлая. Это всегда добавляет объема помаде. Ну, то есть помада создает эффект немножечко такого увеличения, за счет чего у вас получается, что эффект амбре. Его очень часто называли модным, и он, в принципе, и сейчас модный, и работает. И самое главное, не модный, работающий. То есть то, что у вас дает... возможность сделать губки больше. Смотрите. Так, а тепер я поки що подивлюсь, не подивлюсь, звідси мені погано видно, але дивлюсь, що це помада глянцева. А був же ж період, коли були модні матові, а перед тим були глянцеві модні. Зараз все повертається? Опять же, блеск. Был хороший вопрос до этого. У нас же в моде или не в моде? Вот сейчас, наверное, больше 50 на 50. Смотрите по продукту, с которым вам комфортно, и который блеск вернулся, значит, у нас непосредственно помада тоже имеет право немножко поблестеть и немножечко сделать какой-то эффект сатина. И сейчас я дошла эффект к важному... сатину? Да. Сатин — это когда у вас идет перламутровый отлив, мягкий, но он при этом всем не будет у вас эффект стекла. Эффект стекла это называют, ну, как бы визажисты, для пользователя все очень просто, жирный блеск еще его можно назвать. То есть он делает имитацию, как будто у вас вот бывает, вы наложите слишком много блеска, и он как будто прям течет по губам. И у нас был период, это было когда-то модно, но не сейчас. Но у меня зараз враження, что я губы себе уже збільшила. Ну, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Вот, и мы перешли к очень важному этапу, такому, который не все делают, но это такой лайфхак, который, ну, будет работать во всех случаях, какая бы форма губ у вас ни была. Консилер. Мы берем самый элементарный, в тюбике, густой, жидкий, неважно, какого формата у вас дома консилер. Вы берете, и той же, вы можете той же кисточкой, которая непосредственно выкрасили губы, ну, как бы у нас сейчас нет возможности ее почистить, но дома мы просто ее помыли двухфазной жидкостью, и все прекрасно. Мы берем тоже с плоским кончиком кисточку, которая мы... набрали немножко консилера, сняли остатки продукта на ручку, для того, чтобы у нас здесь, на кисточке, оставался легкий конечный продукт. И ведем вдоль краевой, которую мы рисовали карандашиком. Что получается? Таким образом мы зачищаем наши неточности и огрехи. То есть даже если вы где-то испугались, вылезли еще что-то, на этом этапе вы можете это подправить. И подправить так, что это не сотрется, это не будет эффект мазанины, как будто у вас вот нечисто, как-то смазано. То есть что-то пошло не так, грубо говоря. И... я, заметьте, дальше с ручки опять же беру, я не лезу уже в тюбик, потому что в тюбике будет очень концентрировано, и будет сверху ощущение, как будто я белым карандашиком что-то дорисовала. И я везде прочищаю эту зону, за счет чего у вас получается ровная линия. И светлый цвет всегда динамично увеличивает все объекты, которые обведены. То есть у вас губки сразу как эффект выворота. Они немножечко, да, они немножечко выходят на передний план, за счет чего у нас есть четкая графика и при этом всем идеально чистый контур. Я вам скажу, что по відчуттях от таке враження, що тут все ідеально. Дивлячись так, як я можу це зараз подивитися, тут поруч на екранчику, розумію, що одразу фокус падає на губи. І якщо ви хочете привернути увагу 14 лютого, ви вже знаєте, як це зробити. До речі, дуже класно, що у нас є YouTube-канал «Правда тут». Да. Перейшли туди, подивилися.
собі зберегли і знаєте, як бути красивою 14 лютого. Ідеальний варіант, кстати, вот сейчас на вашем примере могу показать. Посмотрите сейчас вот на кадре, когда у девочки есть волна. Почему очень часто используют голливудскую волну вместе с красной помадой и четкими стрелками? У нас сейчас, по факту, прототип женщины Шанель. То есть, когда у нас идет классически выдержанные акценты. У нас ничего немного, у нас есть глянец. Почему, опять же, сюда матовая помада была бы немножко перегрузом? Потому что, в принципе, у вас за счет того, что волосы улажены лаком, они немножечко блестят, у вас есть сатиновые тени на веки, и непосредственно губы, они немножко дублируют текстуру, которая есть. Окей, і скористаючись можливістю, наостанок, так як і візажист, і стиліст, піду такий образ. Зробила собі голівудську таку хвилю, нафарбувалась так яскраво червоні губи, гієна стрілочки. Що краще вдягнути, щоб, ну, знаєте, не перенавантажувало? І так, ну, для походу в кафе, да, там на вечірню якусь романтичну зустріч. Чорний буде самим універсальним цветом, який вам в цьому поможе. Взагалі, в принципі, от дівчинка Шанель, ми затронули цей образ, це маленьке чорне плаття, little black dress. Це те, що у вас завжди должно быть в гардеробе, должно носиться в гардеробе. В первую очередь должно быть акцентом, который всегда будет преобладать. То есть если вы где-то сомневаетесь, что одеть, это всегда будет черное маленькое платье. Но это прям идеальный случай. Понятно, платья вообще должны быть у девушки в гардеробе. Это возможность 14 февраля, когда мы можем это все одеть, но под такой образ, если вы там начнете экспериментировать либо с цветовой нагрузкой, либо фасонной нагрузкой, вы немножечко как бы перегруз случится за счет того, что здесь красиво, здесь слишком красиво, и все, и сразу, и как бы оно красиво. Ну а на что смотреть? Должна быть одна точка фокуса во всем вашем внешнем виде, которая будет передавать полностью, как это вообще в принципе смотрится, и как с этим работать и взаимодействовать. Поэтому черный костюм, черный комбинезон, либо же черное маленькое платье. Это будет прям самый идеальный вариант. Клатч, который будет это оттенять, лучше всего блестящий в черном цвете, который будет с туфельками, которые, например, глянец, либо же они у вас будут более какие-то тоже с блесткой еще с чем-то перекликаться, это не утяжеляет, но и будет так кокетливо оттенять. Так, девчата, не знаю, как вы, я собі вже образ в голові зібрала, з вами з такими хочеться тепер доходити до 14 лютого, проте тепер я знаю, сама собі це зможу створити. А подякувати за це хочеться нашій ранковій гості Анастасії Медведєвій, стиліст, візажист. Ну і дякуємо вам, що ви були разом з нами. Друзі, а ми дякуємо ще раз за те, що переглянули це відео. І не забувайте лишатися поруч із нами. А головне, з 8 до 11 години вмикайте телеканал «Правда тут». Ми будемо старатися і надалі дивувати вас якісним контентом, а він чекатиме завжди вас на YouTube-каналі «Правда тут».